займемся в этот раз? Пациент, не бойтесь, это совсем не больно. Ага, в прошлый раз ты точно так же говорила. Пациент, откройте рот. Для работы нам нужны эти инструменты. Вот теперь начнем лечение. Сполоснем полость рта. Обнаружено бактериологическое заражение. Истребим все бациллы. Зубы нужно просто поочистить. Установим брекеты. Отлично, мы справились.